А где кот? А где кот? А, вот он. Вальдеморт. Что? Это крайне странная версия Гарри Поттера. Пацаны и пацаны с родными, всем доброго привет. Настоящая версия Гарри Поттера и Тайной комнаты. Это, собственно, Кас Ван Де Пул, если я правильно сейчас произнес, да? Мы посмотрели FNAF, одну только анимацию, понравилась и мне, и тебе, поэтому давай смотрите свеженькую. Ссылочка на оригинал, естественно, внизу, у тебя пальчик, комментарий авансиком. Палец у меня все еще такой, так что с тебя настоящий жирненький, так хорошенький. Подписочка в форме, конечно же, естественно, с бубенцом. Ссылочка на Telegram внизу и на все остальное на Boosty в том числе. Кстати говоря, у нас сейчас серия новогодних стримов. Одним из них будет Гарри Поттер, но он будет чисто на Boosty. Но у нас уже два фильма было. Иван Васильевич меняет профессию. Мы посмотрели еще другой фильм. Еще и будут фильмы. Календарик тоже в Телеграме находится. Зайди, посмотри, все есть. Поехали, смотрим. Это какая-то слишком настоящая версия. Так и было. Гарри Поттер и тайная комната. Кайф. Не то заклинание, как же больно. Блин, мне как мне нравится рисовка эта. Добби работать. Оу. Рон и его идеи. Никогда не заканчиваются хорошо. Жестковат. О боже, этот смурф, что он вытворяет? Из какой-то другой вселенной персонаж. Немножко. А где кот? А где кот? А, вот он. Тайная комната. Она слишком тайная. Нельзя. В этот момент Рон. О, это тот момент, где он на парселтанге, по-моему, заговорил, да? На змеином языке. Вы напугали змею. Ну, это типичная картина. В этом учебном заведении. Это нормально. Ты как сюда попал? Сквозь боль и страдания. Этот прекрасный процесс перерождения. Так, у вас тут Марио суету наводит. Может, что-нибудь сделаете с ним уже? Отправьте его обратно. Я поймал Арагога, дружок паучок Хагрида. Он монстр или... А, он монстр тайной комнаты? Это вопрос. Монстр. Ой, вот это жуткий момент. I am not the beast you are seeking. Я не монстр, которого вы ищете. Я хуже. Это крайне странная версия Гарри Поттера. Тише, 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 пацаны. Смеяйся.
Знаете ли, я тоже своего рода лингвист. Ой. Ну почти. Так, ну это уже конец. Вроде как. Вальдеморт! Что? Это превратилось в платформер. Так сказать, в Cuphead немножко. Блин, а в такой я поиграл, если честно. Выглядит кайфово. Ты что наделал? С ним не надо было сражаться. Пока. Сейчас опять сгорит и будет страдать. Ты-то нормально, нет? Ха, Дамблдор тупо балдеет. Все страдают, кроме него. Тот самый носок. Не, ну вообще они там достаточно сильные существа, насколько я помню. Просто нет, самые не самостоятельные, подвластные. Типа они как, грубо говоря, под этим самым, под гнетом людей, под магом, точнее, а не людей. Они им управляют. Но так в целом, и как существа, они вроде довольно могущественные, если бы были свободными. Это танец свободы. Наконец-то. Это был просто эльф, который хотел танцевать. Это был Касван де Пол, который просто сделал анимацию, которую мы с тобой посмотрели, родной. Ссылочка на оригинал, естественно, внизу. Пальчик проставь, комментарий напиши. Подпишись на канал, чтобы ничего не пропускать. Еще раз напоминаю, календарик новогодних стримцов, которые... Там только один на Бусти, который по Гарри Поттеру будет как раз. Если тебе интересно, то, собственно, вся информация по всем остальным, которые происходят у нас уже не на Бусти. Мы уже два посмотрели, впереди еще два, как минимум, чтобы новогоднее настроение тебе создать. А основная задача, цель этого календарика, этих стримчиков новогодних, это конкретно способствовать созданию той самой твоей новогодней атмосферы. Ведь я знаю, что тебе ее не хватает. Я же знаю, с этим вечно проблемы у всех у нас. Поэтому мы стараемся. Заходи в Телеграм, не будешь пропускать. А, собственно, все остальные ссылочки тоже внизу. Увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь.